Владимир Путин подписал указ о награждении школьника из Беляевки медалью за спасение утопающих. 13-летний Виктор Брагин вместе с друзьями, среди которых был ученик 2 класса, пришли купаться на берег реки Урал. В какой-то момент подросток увидел, что их 7-летний друг начал тонуть. Не раздумывая, он бросился на помощь. Дети оказались на середине реки, и Виктору пришлось проявить не только мужество и самоотверженность, но силу и сноровку, чтобы помочь пострадавшему выбраться на берег. Когда подростка будут награждать медалью, пока не уточняется.